Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в королевстве Тонга и продолжается уже свыше 12 часов. Это извержение стало крупнейшим с декабря. Я рассказывал о декабрьском извержении этого вулкана, и ссылка на сюжет будет в конце этого видео. Как сообщила группа исследователей, которой руководит глава геологической службы королевства Тонга, вулканическое извержение продолжается с 4 часов 20 минут пятницы, 14 января 2022 года. Шлейф пепла, пара и вулканических газов был выброшен на высоту от 5 до 20 километров над уровнем моря. Это извержение было примерно в 7 раз мощнее, чем последнее извержение этого вулкана, произошедшее 20 декабря прошлого года. Ученые намерены продолжать мониторинг состояния вулкана, пока извержение не прекратится. По данным исследователей, в течение всего дня у побережья Тонга-Тапу, крупнейшего острова архипелага Тонга, фиксируются небольшие цунами. Максимальная высота волн цунами была зафиксирована на датчике прилива Нуку'алофа, столицы островного государства, в 22 часа 30 минут и составляла около 30 сантиметров. Местным жителям рекомендовано воздержаться от купания, а морякам, находящимся в открытом море, предписано перейти на большую глубину. Добавлю, что вулканический остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай – один из самых молодых островов мира. Он появился в 2014 году как следствие взрыва подводного вулкана. И по мнению некоторых ученых, он может также и исчезнуть после извержения, подобного этому. Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождается высокой электроактивностью, и среди клубов вулканического пепла время от времени можно заметить вспышки молний.